вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Только что, буквально сегодня, в Минске открылась 11-я международная специализированная выставка «Транспорт и логистика», которая проходит в рамках Белорусской транспортной недели. Естественно, закрытое акционерное общество «Струнные технологии» приняло участие в ней, ибо нашей компании есть что показать. Напоминаю, что наша организация занимается разработкой и внедрением струнного транспорта Юницкого, четвертого поколения которого более известно широкой публике как SkyWay. Ну и что мы сегодня показываем, точнее о самом главном экспонате, нам расскажет наш хороший знакомый, начальник управления подвижного состава организации Андрей Дмитриевич Зайцев. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем отличается участие в этом году от прошлогоднего и что это за экспонат? Какое-то небольшое сравнение сделайте с Юнибайком и Юнибусом, который мы демонстрировали здесь в прошлом году. Основной экспонат в этом году – это транспортное средство, называемое Юникар, которое вы видите за нами. В отличие от прошлогодней демонстрации, где мы показывали Юнибус и Юнибайк, Юнибус – это городское транспортное средство, скажем так, средней вместимости. Юнибайк, наоборот, скорее персонализированное транспортное средство на двух пассажиров. Юникар находится в линейке транспортных средств между ними. Каждый модуль Юникара вмещает в себя 6 сидящих пассажиров. И данные транспортные модули могут составляться тандемно в поезд. И каждый состав из этих транспортных модулей может включать в себя, в принципе, неограниченное теоретическое количество модулей. Из практики мы считаем рациональным количество модулей ограничивать цифрой Си, исходя из уже инфраструктурных каких-то ограничений. Длина перрона прежде всего, то есть, чтобы минимизировать затраты строительства инфраструктуры. Скажите, с какой скоростью предполагается движение Юникара? Его конструктивная максимальная скорость 150 км в час, как и на Юнибусе. А целевое предназначение его, то есть использоваться он будет в городе, между городами, пытаюсь понять. Ну, основное предназначение – это город, это транспортное сообщение внутри населенных пунктов. Но при этом, если логистика такова, что какая-то транспортная ветка должна выйти в ближайший пригород, то данное транспортное средство без проблем туда уедет по тем же транспортным структурам путевым, по которым движется и Юнибус. Вот у меня сложилось впечатление, что это в первую очередь пригородное транспортное средство. Здесь уже более комфортно, здесь уже люди не стоят, а только сидячие места. Потому он и называется Юникаром. Кстати, не могли бы вы вкратце рассказать, появляются новые термины, что означают они? Ибо у людей возникает часто путаница. Юнилеты, Юникары, Юнибусы и так далее. Ну, название модели в нашей линейке, в нашем модельном ряду, оно ассоциативно связано с привычным транспортом, привычным на данный день транспортом. От самого легкого юнибайка, где байк – это переводится как велосипед, либо мотоцикл, транспортное средство на двух пассажиров. Далее идет юникар, кар – это автомобиль. Далее идет юнибас, бас – это уже автобус. Ну и немножко раскрывая планы на будущее, есть и задумки, и планы по еще некоторым транспортным средствам, которые еще детальнее сегментируют вот, линейку нашего транспорта. Не буду пока называть. Ну, у меня сложилось впечатление, что Юникар ближе всего к маршрутному такси. Прав я или нет? Ну, по вместимости, по размерам, по массе. Маршрутные такси, они тоже сейчас используются и состоящим пассажиром. Я бы связал скорее Юнибус, тот, который монорельсовый, где салон на 14 человек, с маршрутным такси. Здесь больше мы отталкиваемся от комфорта и от привязки к автомобилю все-таки. Спасибо большое, не буду вас отвлекать, уже очень много посетителей. Следующие подробности ждите в ближайших выпусках. Выставка продлится до 5 октября, если я не ошибаюсь. Да. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, приходите к нам на выставку. Давайте познакомимся лично. Строй SkyWay! Спасай планету!